на быструю руку прикрутил два светильника. Один в одном помещении, второй вот в другом помещении прикрутил. А у меня там такие крепления были, такие висюльки. Ну, когда одну прикрутил, кажется, ёхай, ты какой-то неяркий свет. А так вроде привыкаешь. Если я планировал сначала 8 светильников на одно помещение, потом, когда уже покупал, купил по 6 светильников на одно помещение. Ну, я думаю, как бы получается, один светильник будет в туалете. Такой большой светильник, 60 на 60. Ну, я думаю, нормально будет. Ну, и 5 светильников в это помещение. Думаю, где-то 2 в кухонной зоне будет. Один примерно вот это оригинальное место, где я поставил этот. И 2 в той стороне будет. То есть, ну, 5 на этой зоне, я думаю, будет нормально на 30 квадратных метрах. 35 минус 2 квадратных метра туалет. В общем, 33 квадратных метра. Ну и здесь получится 6 светильников. Кстати, прикольно на стенке тоже так. Он так сильно в глаза не светит. Вот я даже вот снимаю его, да, и он как бы не слепит камеру. Прикольно, неплохо. Он как будто имитирует окно. Вот окно так же само светит. По яркости. Ну, может быть, чуть-чуть даже окно чуть-чуть меньше, чем этот светильник светит. Ну, как бы задумка, конечно, была просто в ряд. 6 светильников, точнее, 3, 2 ряда. Посмотрим, в общем. Да, как-то так замудримся тут. Охранник мой меня охраняет, как обычно. А Ева занимается своим любимым делом. Работает с электрическим триммером. Вокруг сосенок да елочек. Вот мы ее уложили вату, перекрытие чердака. Все 100% полностью. Да, даже 2 пачки осталось. Так, в принципе, я и рассчитывал, что, в принципе, чуть-чуть останется. Ну, кинем на чердак перекрытие нашего дома. Там, чем больше, тем лучше, конечно же. Сейчас потихоньку начну подрезать ОСБшки. Еще немножко, может быть, чуть-чуть. Не знаю, посмотрим. Чуть-чуть, может быть, подрежу еще здесь, чтобы немножко сдвинуть. Чтобы здесь уже, потому что получается... А, не, тут это уже сместил я. В общем, там немножко на краешке уже так стоит. Надо немножко сместить чуть-чуть будет. Ну и начинать смотреть, как тут, что тут, где-то какие швы получаются. Здесь в шов нормально получается у меня. А там следующий ряд уже надо будет подрезать, чтобы шов попал. Как-то так. А, следующий, по-моему, должен у меня нормально совпасть. 2,50. И следующий опять придется подрезать. Мокрые воровки будут. Ну что, натворили делов? Скатили? Пока я спал, проспал. А, виновница торжества. Понять, простить и отпустить. Сейчас будет момент. Посмотрим, что он вообще сможет ли хоть натянуть. Но будет интересно вообще, сможет ли он силы ему, веса хватит ли ему. Может быть там, да. Так, если он сейчас дергает, он может слететь, крючок на него может. Так, чувствую, что что-то он не сможет. Попытка номер 2. Ну, сейчас будет самое интересное. Он сейчас катился. И уперся, да? Мы это смогли. Я был сильно заворожен процессом, что я не снимал. И ты здорово, здорово, скажи, народ тут пришел. На свежачок все пришли. А, кому что, а гринго жопа почесать. Ему не важно, это еда ваша. Скажи, видал я вашу эту вонючее сено. О, пошел чесаться. Чувствует аромат воды. А, лучше почешусь просто.
А может, для них это нормальный запах? Я тоже так думаю. Смотри, смотри, им вкуснее какие-то ошметки старые. Что-то Верке понравилось, какое-то тут старое сено непонятное. И Витька пришел за компанию тут побомжевать. О, свежачок. Свежачок. Главное, что эта лазейка у гринго не может воспользоваться. Какие вы большие. Какие вы большие по сравнению, блин, с гринго. Витька прям на меня идет. Привет, привет, привет. Поздоровался. Сегодня мы пропустили утреннее плавание, да? Витька говорит, где ты был сегодня с утра? Я сегодня не купался. И гринго идет что-то смотреть. Вкусняшки хочешь какие-нибудь, да? И Пехас тут кайфует. Шли тут в гости, как нас тут встречают. Какие тут вкусняшки нас тут ждут. Вчера с Адрианчиком ездили в Елгаву и закупили всякие разные крепления для водостока. Пластмассовые, конечно же. Металлические, почти в два раза дороже. Ну, в прошлом году вот эти вот, эту террасу я тоже делал. Пластмассовая более-менее держится. Хотя на дому у меня сделано все из металлической. А потом уже бюджет сдуется, покупая пластмассовые. И вот сейчас потихонечку начинаем мудрить, что да как да почему, как я буду крепить. Получилось у меня немножко тут косячок, естественно. А, там еще не закреплена крыша до конца. Здесь у меня получается крыша немножко выступ чуть-чуть больше, чем я думал. И получается крепление ему не хватает. Мне придется какие-то подкладочки ложить под крепление, чтобы она немножко больше выпирала. Будет немножко колхоз, но это и есть у нас колхоз. Деревня. В общем, будет с такими подпорочками. Ну, сейчас со временем их можно, может быть, подкрасить каким-нибудь черным баллончиком, краской, чтобы они сильно не выделялись. Так, Верка пошла на прогулку, а Витька ее провожает. Жулик. Прикрепил там лазер с одной стороны, натянул уже нитку там. И со второй стороны прикрутил тут дощечку, сделал уклон где-то 2.5 сантиметра. Ну, я так, на глаз примерно, не знаю, сколько реально надо. Ну, где-то, да, где-то 2,5 сантиметра на эти 10 метров уклон будет. Надеюсь, хватит его. Ну, большой ливень все равно, огромный ливень все равно будет перехлестывать, никуда он не денется. Не справится он с большим огромным ливнем, который бывает тут. А с нормальным дождем он по-любому справится. Вот как-то так и получается. Главное, я хорошо вспомнил, что здесь будет соединение, и там пойдет соединительная другая, которую я забыл купить. И у соединения есть крепление тоже к этому самому карнизу. Такие вроде маленькие вертолетики, а так громко летят. Думаю, какие-то там мощные какие-то. Не знаю, почему такие вибрации передаются от них. Я думал, эти с двумя лопастями летят. А обычных два каких-то. Наверное, военные. На, товарищ, угощайся. Ой, упала вкусняшка. Поднимай сам. Вон упала вкусняшка. Поднимай.
разжуешь хрустяшку. Аж головой вертишь. Нравится? А, можешь отломать, да? Ну, отламывай. Жулик. Вот и дождик пошел. Только желоб закончил. Водостоки с одной стороны. Сейчас все проверит, протестирует. Хотя с южной стороны капает. Может быть, на северную сторону, может, ни капли не попадет. Одна сторона готова. Ну, если не будет дождя, вечером продолжу. Или завтра. Вторую сторону.